Никаких религиозных конфликтов, причем у нас мусульмане ведь не те, которые во Франции. Во Францию приезжают, а у нас мусульмане, где их родина, это их земля, они здесь живут вместе с нами столетиями. И в принципе у нас были конфликты, да, русские брали Казань, да, татары брали Москву, воевали на Кавказе, но никогда это не превращалось в некую религиозную войну. Этим надо дорожить. И то, что некая обида просквозила в словах Шамиля,